вот весна-лето Клара на геопатогенные зоны ответила. При посадке парка могли переплестись саженцы, чтобы они поддерживали друг друга и не ломались. Переплестись. Если не было колышка или опоры. Но теоретически все может быть. Теоретически. Но я где-то процентов на 95 уверен, что это как раз явление геопатогенной зоны. Более того, я же еще и привожу и другие примеры, где лес вот так вот идет. Вы же как-то там смотрите. Непросто. Короче, вот вы действительно там, вот я там что-то вам рассказал, что-то там показал, что там еще. А вы включаете свои собственные мозги. Так ли это или не так? Свой собственный опыт включаете, опыт других. Все это там такое. Почитайте специальную литературу про геопатогенные зоны, чтобы у вас составилось свое мнение. Тогда может действительно там колышки или еще что-то, или еще что-то. Хорошо-ка! О-хо-хо-хо!